А сегодня ночью ограничат движение по Московскому мосту в Чебоксарах. Это связано с подготовкой к официальному открытию, которое пройдет завтра. С 11 вечера до 5 утра закроют проезд от Водопроводной улицы до Президентского бульвара. А с 9 вечера до 11 утра ограничат движение на участке от дома МОД до Красной площади. За 3 года строители выполнили огромный объем работ. Старый мост демонтировали, установили новые опоры, вложили полотно. Сейчас 6 полос движения, по 3 в каждую сторону. Мы предполагаем, все-таки это позволит улучшить дорожную ситуацию в плане уменьшения транспортных заторов и увеличить пропускную способность на данном участке уличной дорожной сети города. На сегодняшний день данный участок обозначен необходимым количеством дорожных знаков, которые информируют водителей о направлении движения после моста. Мы будем на постоянной основе наблюдать за данным участком уличной дорожной сети. В случае необходимости также будет наноситься соответствующее предложение.